С 15 апреля по 31 мая 2023 года проходит всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства уже в будущем 2024 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По городу Нефтекамск у нас выставлено 5 объектов. Это 4 объекта по аллее. Расположен по проспекту Юбилейный, и один объект благоустройства, расположенный в селе Энергетик. Уважаемые жители города Нефтекамска, призываем вас активно принять участие в голосовании по выбору будущей общественной территории. В голосовании может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. Он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий на платформе 2.городсреда.ру. Комфортная среда – это все нас окружает. Благоустроенные парки, скверы, аллеи – это только будет украшать наш город. Давайте сделаем наш город красивым и благоустроенным вместе.